Вот прям отменно было. Прям отменная поклевина. Но уже с другой стороны очень круто. Адреналин. Привет, меня зовут Антон, и это мой видеоблог, как вы догадались. Пришло время проверять маленькие озерца и лужицы, потому что маленькие прогрелись. Ну, скорее всего, я, по крайней мере, в это верю. И кого-нибудь там искать. Можно было, конечно, и дальше ловить на тулке. Там все прекрасно ловится, аномалия этого года. Но уже стало скучновато. Сегодня будет вот такая лужица. Но это именно лужица, даже озерцом не назовешь. Очень маленькая. Здесь должен быть окунь. Ну, я верю в то, что он есть. Взял варивас, Люиса Эритии, шурпа, шнур 175, 2 грамма поставил. Ну, пусть будет 1,5-дюймовая танта. Хотел вообще с 63-м супериором ехать, но я его одолжил на соревнования. Поэтому сегодня снова с варивасом. Ветер боковой, прям мерзявенький. Наверное, туда уйдем, на дамбу. Там он хотя бы в спину будет чуть-чуть дуть. Но надо и здесь пощупать. Вообще озеро такое чисто весеннее. Здесь невозможно ловить летом, потому что оно все покрывается ряской. Целиком. Поэтому есть вот такое окно возможностей ранней весной, которое, к сожалению, быстро заканчивается, когда водоросля поднимаются. Так, ну глубина для 2 грамм, конечно, перебор. Здесь, наверное, граммчик было бы не кисло поставить. Но с боковым ветром, даже с очень дорогими палками, на 1 грамме делать нехер. Может быть, еще приманка великовата, но я чисто так какие-то контакты с рыбой получить, для того, чтобы понимать, как мы будем дальше действовать в этих обстоятельствах. Кто-то на эндурике пердит, слышу. Ну вот, надо сейчас на эндурике пердеть, а не вот этим вот всем непонятным заниматься. Ну, пока что контактов нет. Ну, в принципе, я, конечно, очень оптимистически сюда врываюсь. Вода-то ледяная, и шо? Еще бочка какая-то лежит, гниет. Прикол. Вообще, маленькие озерца вокруг всяких деревень, это, конечно, кладезь мусора по какой-то причине. Ну, наверное, типа в воде не видать. Можно сюда засирать все это бесконечно. Напряжненький ветерок. Ладно, сейчас будем менять точку. Кстати говоря, нету абсолютно никаких всплесков на воде. Я сюда летом заезжал, ну, когда оно уже ряской было покрыто. Здесь карась какими-то утехами занимался активно, потому что всплески были вообще фантастические. Ну, туда еще можно кинуть, ну, там миляк, по-моему. Но мы киданем. Зацепимся, так зацепимся. Попробуем еще вдоль дамбы посмотреть. Ну, как-то озорнота во мне подугасла, конечно. Там пополочник сидит в кустах. Ну, или, не знаю, закладку кто-то ищет. Так. Ага, травушка. Я подумал, что овощем окунь подсел, если честно. Потому что я ожидаю что-то вот такое, что-то достаточно слабенькое по поклевкам. Чудес весной не бывает. Пипец. Ну, я не снял первую рыбу, короче говоря. Вот где-то там не наковырял окуня. Очень хороший размер для такой маленькой лужи и очень-очень-очень злобный. Попробуем с этой точки еще кого-нибудь поснимать. Влетел с такой, с летней жаркой поклевины. Надеюсь, что это не разовый рыб. И кто-то нам тут еще встретится. Там глубина-то солидная. На глубине стоял, короче.
Ага, и вот сейчас бровка какая-то пошла смеляком. Было сейчас касание. Как будто бы промахнулся. Я думаю, сейчас 1,5 грамма поставим. То он чуть-чуть... Либо его тут очень мало, либо он еще слоупок. Для того, чтобы за 2 граммами нырять в пучину. А здесь, кстати, всплески какие-то есть. Какая-то как будто бы бель присутствует на поверхности. Но касаний по рыбе нет абсолютно никаких. Но это не удивительно, это озеро. На озерах не бывает такой концентрации бели в одном месте, как на реке. Когда ты можешь просто по касанию, по контактам с белью быстро очень понять, что тут есть хищник. Ставил я 1,5 грамма, короче, и рейнсовский активный силикон. Господи, как он там, Аджерингер. Красноватого такого цвета. Посмотрим, что у нас поменяется. И поменяется ли хоть что-нибудь. Кстати говоря, на Аджерингера я достаточно часто ловил карасей. Не чемпионский у варивасса далеко заброс. Вот есть нюанс у этой палки, что ну, она по кидучести средненькая. Я все равно ее очень сильно люблю. За ее бланк и изящность. И золотой хук-кипер. Ну а 1,5 грамма куда более весело тут. Куда более весело. Куда веселее, короче. Значительно дольше в толще воды задерживается. А местами тут прям глубины-то присутствуют. Тавраг это что ли затопленный, что-то типа того. Может быть тут ручей был какой-то вообще, потом дамбу навалили. Все это подзатопилось. Ну, что-то как-то не понять. Сейчас может быть такая ситуация, что 1,5 грамма меня просто не будут докидывать до той точки, откуда взялся окунь. Но опять же, пес его знает, может это шальной был. Поострее хочется палку, конечно, пасек тут бы прям идеально подошел для таких условий с ветерочком. Есть. Даже на прослабленном шнуре прям очень такая у него бойцовская поклевка была. Мы его на глиссере выведем. Этот поменьше, чем первый. Ну, злющие, конечно, они тут. Это отличительная особенность данного водоема. Здесь почему-то окуня немного, но он чрезвычайно злобный вообще. Блин, заел-то как. У меня с собой крансангов нету, по-моему. Отдай, дрянь. На. Стоять, бояться. Все. Ты свободен. Ни полотенчика не взял. Плюс-минус с той же точки, откуда первого. Поэтому все может быть достаточно локальной историей. Там чайки аж глушат что-то. Что здесь вообще чайки делают на таком маленьком озере так далеко от Оби? Невероятно далеко ведь. Вот прям отменно было. Прям отменная поклевина. Но уже с другой стороны очень круто. Адреналинисто, я бы даже сказал. Эх, ведь скоро лето и начнется повсеместно вот такая вот история. Ну, дьявол. Ты что, так фрикционно смотал? Вот он, не сказать, что он какой-то прям, ну, большой окунь этот. Почему он здесь злой такой, непонятно. И ладно, если бы тут его прям, откровенно говоря, дофига было, да, можно было бы сказать, что там, блин,
Как вы так вообще тут заедаете? Пищевая конкуренция какая-то дикая, поэтому они так и влетают. Но нет же, здесь окуня, ну, не фантастическое количество. Да, я думаю, его здесь сетёжками прореживают регулярно. Ну вот, есть какая-то магия в этой воде. Что он тут такой дурачок? Вообще, если слушать какие-то россказни бывалых рыбаков, то можно предположить, что окунь сейчас где-нибудь на меликах пасется, потому что там водичка значительно теплее, настроение у него получше. Но я вот сколько в меляк не кидаю, просто галахуевка какая-то. И все пойманы с большущей глубины. Ну как большущие? Ну большущие. Еще можно, конечно, перебором приманок позаниматься, но если бы были контакты с рыбой какие-то постоянные и что-то не то происходило, там, например, холостые поклевки, или он бодал бы приманку, тогда бы это имело смысл выбрать что-то, ну, что ему больше зайдет, на что он будет активнее откликаться. Но тут как бы, если есть контакт, то сразу же поклевка. Нам это говорит о том, что либо рыба неактивна еще, либо его тут очень мало. Ну, может быть, он просто не в этой стороне, а где-нибудь вот там в лесу находится. Но в лес мы, конечно же, не пойдем. Ну, потому что там меляк, там совсем там очень мелко. Там, если имеет смысл что-то делать, только с мормышкой. А я в последнее время против мормышки. Так, ай, мимо. Вот сейчас очень жесткий удар, но мимо. Ну, догонов точно не будет. В этом я почти уверен. Он приманку снял. Чувствую, что он снял приманку. Во как, жопошник. Попробуем доловить. Я в то же самое место кинул. Посмотрим, что произойдет. Че фрикцион децо подзатянуть можно было бы. Не, нифига. Ну вот что-то с ним не то. То ли еще рано, то ли уже поздно. Но всегда так. В этих ваших рыбалках. Блин, ну глубина прям местами порядочная. Там как будто бы вот ямки какие-то есть. То есть неравномерно глубин есть. Неравномерная глубина. А как будто бы там куча-куча ямок. Вот этот парень, он, получается, не на падении, а на подтягивании приманки влупил. Может быть, вообще ему тут равномерная проводка нужна. Это вообще легко может оказаться так. Ух, ух, это, наверное, сегодня самый большой. Да, это у нас определенно лидер по размеру сегодняшнему. Тоже за губеху прям. Прикол. Не летит нифига, ветром выдувает. Эх, Посейдон, надеюсь, ты там призы принесешь хотя бы. Затишок по ветру. Но вообще, как бы к вечеру обещали, что ветер еще сильнее будет. Поэтому, опять же, надо ценить момент. Ай, слетел. Интересно, почему слетел? Ну, не похоже, чтобы на жопе покатался. Прям нормально. Ну, я его вес, по крайней мере, вес чувствовал. Губеху оторвать я ему тоже не мог этой палкой.
Ну да, прокатился. Еще пару забросов сменим на что-нибудь другое. Ну вот сейчас особо не повыбираешь приманки из-за ветра этого дурацкого. Надо что-то прогонистое ставить, чтобы налетело хорошо. А это либо танта, либо вот какие-то такие шеды. А хотелось бы креатуру попробовать-то на самом деле. Ух ты, ё-моё! Жужелица какая! Прям в палку влупилась. Ну, давайте-ка попробуем бейтбризовский твистор. Как вариант. Но поменьше и исключит вот такие вот холостые влеты. Крючок крупноват. Но я думаю, что меня простит рыба мою лень в плане того, чтобы переобувать крючок. Чудо не произошло, летит точно так же. Ну, может быть, вот размер приманки. Как-то обычно я приезжаю на водоем, на увеличение всегда иду, а тут мы на уменьшение. Хотя окунь не маленький, вот что самое-то интересное. Есть. Дуга выдулась ветром. Но удивительно, что с дугой я рукой ничего не услышал, а вершинка удилища сработала. Потому что он табулярный. Так, с уменьшением приманки мы получили уменьшение к окуню. И самый маленький за сегодня. Связано ли это? Ой, какой ветер. Против ветра вообще не пошло. Хочется прям присесть и удилище прям вплотную к кромке воды держать, чтобы дуги такой не было. Сейчас, короче, еще на 1,5 грамма и бейтбриз половим. Потом все-таки я вернусь к двум, но уменьшусь по приманке. Ну, в смысле, тоже что-нибудь дюймовое поставлю. Будем наковыривать. Рыбину, раз она такая загадочная. Еще ветер, он как бы не с одной стороны дует, он прям кружит вот так по всему водоему. Это такое... самое бесявенькое. Когда он дует в одну сторону, можно быстро там найти точку, где он в спину будет, или в лицо. А когда вот он боковой, начинаются вот эти непонятки. Опять ветер дурацкий начался, пришлось пересесть в засаду. Уже и с 2 граммами ни черта не ясно. Я все слагов всяких катаю. И сейчас там вообще браун перч плавающий. Но что-то как-то нифига. То ли одно из двух. Либо окуня очень мало, либо было, либо он вредный. И на активный силикон он как-то более охотно отзывается, нежели на всякие пассивки. Ну такое бывает. А из активного, у меня еще есть Weasel Shed от Fishup. Что-то мне подсказывает, что он крупноватый. И, в принципе, можно его попробовать. Вообще перевернули всю приманку. Вот такая штука была от Браун Перча, но что-то как-то кисло. Это уже, наверное, заброс 6-7 был. Так. Видите, даже магия танты нифига не работает. Че, попробуем фишап, наверное, в цвете блюгуль. А вдруг? В принципе, я и очень мелких окуней на него ловил. На Weasel Shed, и очень крупных, и судаков. И все, что только можно, я на него ловил. Может быть, местным ребятам он зайдет. У него основной прикол в том, что очень большая лопатка.
на хвосте. Такой лопатки у приманок двухдюймовых я больше не знаю. Из-за этого у него, конечно, максимально такая провоцирующая, агрессивная игра. Но он тяжелый и летит посредственно. И 2 грамма для него, откровенно говоря, ну такой маловатенький вес. Вот 3, 4, 6, 8. Да вы посмотрите. Нет же, дрянь какая. Работает здесь. Поклевки, конечно, мое почтение вообще. Я бы хотел домик вот возле такого озера вплотную, чтобы прям с веранды с пивасиком выходить. Ловить вот таких чертей. Визаушет, что ж ты за мразь-то такая? Ну, цвет блюгуль вот этот считается почему-то топовым. Но как бы не могу выделить какой-то суперский цвет. У меня сейчас блюгуль, он скоро кончится. Возьму другой цвет, я почти уверен, что будет ловиться все точно так же. Вообще какая-то супер яма. Загадочная пучина здесь, конечно, вообще максимально. Что там произошло? Ну, что-то я перехвалил визлика-то на самом деле. Похоже, это было случайное попадание в рыбу. Потому что больше ничего не произошло. Ну, давайте еще кого-нибудь попробуем. Я не знаю, ну, ставить опять танку как-то глупо уже. Не понять, что с этим делать. Да и у меня выбор такой с собой сегодня небогатый. Я рассчитывал, что на все, на вот это будет пулемет. Ну давайте попробуем опять вот этот Рейнс, но немножечко в другом цвете. Лететь будет получше фишапа. И мы уже как бы на него ловили, значит знаем, что в принципе какие-то в этой приманке паттерны. Есть, который нравится рыбе. А может быть, это все череда случайных совпадений. Какая-то такая история. Видите, весна в этом году по всей стране очень тормознутая и затяжная получилась. У нас так вообще не так давно лед сошел. Сходил я до второго озера, там вообще нули, абсолютные нули. Так или иначе, окунь уже начинает клевать. Удивительно, что он не брызгался сегодня. Это прям странно. Я думал, что он уже к нересту должен был готовиться, но, видимо, еще не готов. Что вам рассказать? Я тут недавно ездил тестить арматуру, снял видос и внезапно судака на 3,3 килограмма ей поймал. Все, давайте, подписывайтесь, в следующем выпущу это видео, наверное. А может быть и нет, не понять пока. Может быть, я не хочу палить точку.